Всем привет, с вами Галина, но мы с мужем выползли на огород. Муж решил порыхлить лучок. Вчера мне пришел лук с Валберис. Хочу его сегодня досадить. Земля немножко подсохла. А вот этот лучок, девочки, мы сажали на зиму. Я уже вам его несколько раз показывала. О, видите? Земля у нас немножко начинает подсыхать. Но вчера снова дождь шел. Днем моросил и ночью немножко тоже лил. Но, слава богу, нас не залило. А здесь мне муж начал копать грядку, еще не докопал. Там тоже у нас лучок, маленькая грядочка. Вот там, вот там, вот там, вот это вот маленькая. Холодно сегодня, вы знаете, что ветер. 10 градусов тепла сейчас утро, но такой ветер холодный. Ходят тучки. Посмотрите, что творится. Ходят тучки. И сильный-сильный ветер. Мне пришлось даже шапку зимнюю одеть. Стою в зимней куртке, в зимней шапке в мае месяце. Заморозка не было. Только ту ночь, наверное, был, может быть, один или сколько градусов. Может быть, ноль. Подморозило у нас пионы и виноград. Немножко прихватило. Ой, а травы мелкой, посмотрите, сколько. Все это надо полоть. Я была, немножко его порыхлила. Но дожди, девочки, идут. Сейчас муж вот так пройдется еще раз гонкой. Травичка подрастет, я потом ее пропалю руками. А местами у меня, девочки, лук не взошел. Я уже вам показывала, посмотрите его. Пустые места. О, 1 килограмм лука купила на Валберис. Буду досаживать. Буду досаживать. О, видите, сколько мелкой травы. Ну, а так лук неплохой после зимы. Единственное, что немного пропало его. Вымок. Вымок. Вода стояла на огороде. Полный разор воды. А у нас сегодня солнечная погода. Птички поют. Но ветер и, знаете, холодно. Хотя 10 градусов показывает на градуснике. Сейчас утро. Сколько? 9 час? Да? Или 8? 8 утра. 9 час где-то. Так, я вышла вам показать, чем мы занимаемся. А там мой домик, девочки, вон там. О. Вон там. Пионки у меня зацветать будут, попускали бутоны. Листики немножко подморозила. Клубничка моя вся цветет, повеселела после того, как я ее порыхлила. Такими делами занимаемся. Немножко решила вам показать. Земля просыхает. О, земля просыхает. Огород зеленеет. Все зелено, зелено, зелено. А соседка вчера подисковала или что-то она сделала. Подисковала, наверное. Еще пахать буду тоже. Сбила траву на своем участке вон там. А вот это, девочки, вот так вот. Вот, вот этой разоры сюда. Это все наш участок. О. Весь зеленый. Ой-ой-ой, тучки ходят. Сегодня тоже обещали дождь и грозы. О, видите, черным-черно. Муж мой весь в работе. Насадил мне осенью на зиму вот такую грядку лука. Ой, как мне стать вам показать. О, видите? И вот это тоже лучок. И еще там за колодцем грядка. Вот так. В общем, девочки, начинается и у нас весенние работы.
Но муж девочки порыхлил мой лук и пошел косить. Решил покосить наш мини-сад. Там, где он косит, у нас растут сливы. В прошлом году питомники покупала. 2 саженца. А здесь у нас растут яблони, орех, груши. И кусты смородины, и ошта, айва, и черешня. Все заросло травой. О, посмотрите, что происходит. Там сбоку, с правой стороны, малина. А огород у нас, посмотрите, это соседский участок. Все зелено-зелено. Огород у нас тоже весь-весь зеленый. О, а у нас девочки ходят тучи. Наверное, сегодня снова-снова будет дождь. О, какое небо все черное. Какое все небо черное. А муж немножко порыхлил. Я думала, дождя не будет. Да пойду посажу лук. Надо досадить. Надо досадить. О, муж пилу заглушил, а то я ору. Не знаю, вам слышно или нет. Здесь немножко покосил. О, сейчас вам покажу свою поречку, красную смородину. Видите, муж кусты все обновил, ягод в этом году тоже почти не будет. А собирала с этого куста всегда ягоды я ведрами. Вот только на пробу. Здесь тоже покосил. Это у нас молоденькая яблонька. Первый раз в этом году зацвела. Осенью тоже сажали, покупали девочки на рынке с питомника. О, видите, какой у нас ветер. Порывистый. Холодно. Тут еще не докосил. Это смородина. Тоже вот такие кусты. Обновил все кусты. Я, девочки, уже 3-й год без ягод. Когда они у меня отрастут, не знаю. Эти кусты. Когда пахать огород будем, тоже не знаю. Но ходить по огороду можно. Яблонька уже отцвела. Яблок должно быть, девочки, много, если не осыпятся цветы. В этом году со всех деревьев посыпались, девочки, все цветочки. Не будет ни черешни, ни груши. Будут яблоки, не знаю или нет. Но должны быть. Это у нас зимняя яблоня. Очень-очень вкусная и хорошая. Это у нас... И ошта. Ягод немножко будет. Вон висят зелененькие. Но тоже очень-очень мало. Голодный год, девочки, в этом году. Год высокосный. Год голодный. Соседка себе, вон, видите, порыхлила свой огород. Или подисковала. Тоже зеленый был. Тоже зеленый. Это груша у нас. А вот это, вы знаете, что это айва. Точно. Посадили мы тоже в этом году. В прошлом году, осенью. Молоденький саженец айвы. Да. Это, девочки, не яблоня. Вон как зацвела. Айва. Красивенные цветочки. О. А травы по колено наросло. Ой, чуть хожу. Кошка проволоклась. Юлька, ты с нами? С нами. Ой, комары падают. Это груша у нас. Ой, немножко поснимаю. Там орех. А там, где муж копается, там у нас ежевика. Ой, вот так. Фу. А вот это у нас, девочки, слива. Ой, соседский забор. Это слива. Цвела она или нет в этом году? Муж говорил, цвела. 2 саженца покупала. Обожаю сливу. Здесь тоже... Ой, здесь муж тоже покосил. Чуть не грохнулась. О, вы знаете что? Тля напала. Тля напала. Саша, надо чем-то брызгать. Напала тля. Посмотрите, что происходит. Надо что-то поискать, да побрызгать. Ага. Надо найти чем. Ой-ой-ой. А здесь... Трактор немножко и на нашем огороде вот так порыхлил. О, видите, какие у нас огороды, девочки, мальчики. Кошмар, да и только.
И у всех так, и у всех так. Тучи ходят, тучи хмары. На чем? На ягодах. А, ежевика, муж сказал. В этом году будет очень-очень много ежевики. О, видите, попускали бутоны. Надо все пообрезать. Ой-ой-ой. А там что? Ну не все, все равно сухие вон. Ай, колючие же, не сказал, что оно колючее. О, посмотрите, сколько там цвета. Цвета. Это все ежевика. Ой-ой, это все соседка набросала каких-то веток здесь. Вон, что творится. Это забор у нее. Это у нее забор такой. Забор развалился. И все, девочки бросают нам под забор. Весь мусор. О, посмотрите, сколько этих улиток. Ой, кошмар, да и только. А вот это что? Это ее слива, да? Это соседки слива вылезла. Вот такая, без ягод. Да. Это, девочки, наш орех. И немножко тоже его подморозило. Посмотрите, его веточки, листики. Немножко подморозило. Будут? Будут. Я не вижу. Ага. В прошлом году ореха не было. Вообще, позапрошлый год, наверное, штук 5 был точно сережки. Вон там. Ой, не знаю, вам видно или нет. Не знаю, вам видно или нет. Сейчас покажу. Ой, да я вижу, вижу. О, покажу вам, посмотрите. Вот так цветет орех, да? Да. Во, сережки. Ну, немножко будет ореха. О, вот так показала. Но он у нас вот такой, посмотрите, какой. Может, когда-нибудь он у нас и развалится. Почему-то растет вот так на две половины. Вот так поснимала, показала вам наше безобразие. Что? Ну, я говорю, что айва. Но сразу видно, что это не яблони. Муж покосил здесь. Ой, сейчас передохнет. И дальше будет косить. Господи, у меня уже рот не открывается. Я замерзла, вы знаете, летом. Мая, вернее, мая месяца замерзла. Ой. И запыхалась, пока бегаю вот это вот туда-сюда. Запыхалась. О, тучи какие валят. Слышите, птички поют? Кто? Соловейка. Уже не слышно. Муж говорит, выходи ночью, дослушай. Трели соловья. Кошка бегает он. Ой, ой, ой. Ну вот так показала вам, немножко рассказала, чем мы занимаемся, девочки, мальчики, вернее, чем занимается мой муж. Я-то бездельничаю. Грядки, говорит, готовые. Ты там вскопал? Ну. Немножко обсохнет земля, пойду лук сажать. О, проволоклась красавица. Юлька. Проволоклась. Сейчас на голову залезет. Любит на голове сидеть у мужа. О. А на ней клещей. Муж всю весну достает. Бегает по траве, не понять где. Шляется. Ласку любит. О, видите как. Ластится. О. Красавица. Клещей не нахватайся от нее. Покурить захотела. Ты покурить захотела, Юлька? Ой. Мужа любит. Сильно мужа любит. Ждет постоянно его с работы. Сидит на лавочке. Вот так. Муж покурил. И будет докашивать. Видите, как колышется трава. Травище по колено. Огороды зарастают.
Ой. Ну, а я вам немножко показала, рассказала, чем мы занимаемся. И, наверное, на этом буду заканчивать я, девочки, свой видеоролик. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.